как проверять работу ребят. В той схеме модели ротации станции, когда учитель свободный, вы уже проверяете работу ребят. Они работают на станциях. Вы свободны, вы подходите к каждому, вы видите, как они играют, например, как они рассуждают, как они обсуждают, как они заполняют, как они думают, как они ничего не делают. Вы все это видите, и вы мгновенно на это тут же сразу же реагируете. Если надо, то вы можете сесть с каким-нибудь учеником и с ним начать какой-то вопрос обсуждать. Дополнительно потом собирать то, что они делали, я не вижу, я не знаю зачем. Я не знаю зачем, вот чтобы что. Потому что задача этой работы заключается в том, чтобы своевременно среагировать и помочь в моменте этому ученику, прямо сейчас ему помочь. Потом, когда он возьмет эту тетрадь, он даже не будет смотреть. Ну зачем, это уже не актуально. Я прямо сейчас не понимаю, как это сделать. Вот есть, допустим, какой-то короткий текст, а по нему нужно составить, ну я не знаю, например, эту как ее, карту, ментальную карту, по ней нужно составить. И я просто не знаю, откуда приступить. Вот я сижу и в моменте не знаю, с чего приступить. Сижу над этой картой. И вот в этот момент я нуждаюсь в помощи, чтобы ко мне подошел кто-то, задал наводящие вопросы, показал пример карты. Или чтобы мне была возможность с кем-то обсудить. И тогда я начинаю эту карту рисовать. Я учусь таким образом. Я научился.